Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую замечательную шапочку с красивым узорчиком, где переплетаются жгутик и меленький жгутик от начала вязания резиночки. Она с наклоном назад, то есть как шапочка бини вытянутая, высота ее 26 сантиметров. У меня рассчитана на обхват головы где-то 55-58 сантиметров. Если же вам нужно меньше, то соответственно набираете на 1 всего лишь при наборе раппорт меньше. Один раппорт у нас состоит из 12 петелек, то есть 6 петелек для косички, для жгутика широкого, 2 петельки изнаночные, 2 лицевые для переплетания маленького жгутика и 2 изнаночные. То есть набираете 2, 4, 6, первый раппорт, первая часть раппорта и вторая 6. То есть 12 петелек набираете меньше, для того, чтобы получился обхват головы где-то 3-55 сантиметров. В общем, если вам понравилось, конечно же, присоединяйтесь. Будем вязать с вами вместе. Для вязания я буду использовать свою любимую пряжу полушерстяную от фирмы Alize Lana Gold. Это пряжа немножечко толще, чем классическая. В ней 240 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы можете посмотреть в моих предыдущих видео. Ссылочку я оставлю вам под этим видео. Также номер 3,5 чулочные спицы, наборчик 5 штучек. И ножнички для обрезания кончика, в общем, для каких-то дополнительных работ. Также нам понадобится крючок, либо иголочка, кому как удобнее заправлять кончики, либо дополнительные какие-то функции. И также, конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Один раппорт узора для шапочки составляет 12 петелек. Я буду делать 10 раппортов, так как у меня большая окружность головы. Итак, я делаю первую петельку на одну спицу, затем приставляю вторую и постепенно буду набирать 120 петелек. То есть без этих двух 118 петелечек. Мне по ходу работы придется поменять спицу. То есть у меня 120 не поместится на чулочные спицы, поэтому я буду менять. Итак, начинаем. 2 начальные набрали. И продолжаем дальше. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. По ходу набора вы можете сразу по 30 петелек распределять на 4 спицах. То есть 4 спицы по 30 петелек, это получается 120 петель. Мы достаем вот эту спицу, которая свободная у нас от начальных 2 петелек. Приставляем к ней еще одну спицу, то есть уже новую, как бы вот смотрите, новая пара у нас. И продолжаем дальше набирать снова 30 петелек. Но уже они у нас получаются 31, 32, 33, 34, 35, 36 и так далее. То есть мы набираем на 4 спицы по 30 петелек. И в итоге после набора у нас должно получиться вот так вот 4 спицы по 30 петелек. И не спешите вытаскивать с последней спицы вот эту вот пару. Еще набираем сюда одну лишнюю, то есть 121 петельку, и лишь тогда вытаскиваем спицу. Смотрите, у нас получается на всех спицах по 30, но на последней 31 петелька. Что мы делаем? Смотрите, мы ее набрали лишнюю для того, чтобы замкнуть круг. Как мы это сделаем? Смотрите, берем, поворачиваем к себе удобной стороной, так, чтобы у нас последняя и первая спица соприкасались, а вот этот кончик при наборе петелек был сверху. Теперь смотрите, спускаем с правой спицы на левую последнюю 31 петельку. А теперь сюда же возвращаем как бы первую набранную, вот она у нас, на последнюю. Одеваем вот так вот и первую сбрасываем на последнюю. Я просто сделала как бы протяжку.
Теперь в разные стороны тянем разные кончики ниточек. Вот, одну в одну сторону, другую в другую. Смотрите, таким образом мы с вами замкнули круг. Но нам нужно в идеале вернуть еще одну петельку с левой спицы на правую. То есть, смотрите, мы с правой одели на левую, с левой мы подтянули на переодетую петельку, спустили и затем вернули на правую спицу одну петельку. Вот так мы замкнули с вами круг. Теперь начинаем вязание рапортов наших. Но смотрите, мы не полные рапорты будем делать, а для начала мы начнем так. Смотрите, поворачиваем к себе удобной стороной и начинаем вязать. Первые две изнаночные провязываем, затем две лицевые и снова две изнаночные. Теперь вяжем две лицевые, 2 изнаночные. Что мы с вами делаем? Мы чередуем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее до конца ряда. То есть мы начинаем как бы формировать резиночку 2 на 2. Но саму резинку 2 на 2 мы не будем вязать. С самого начала вязания шапочки мы с вами будем вязать не совсем резинку 2 на 2. То есть как бы очень сильно похоже на нее начало. Но одна из полосочек резинки 2 на 2 будет вязаться чуть-чуть иначе, чем просто 2 лицевые. Итак, чередуем этот ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Но начали мы с вами провязывать, обратите внимание, с 2 изнаночных. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. Нужно провязать по 2 изнаночные, 2 лицевые полностью до конца этого ряда. Ряд мы будем отмечать, смотрите, вот этой полосочкой ниточки при наборе, которая у нас была. То есть до этой полосочки мы вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Я думаю, здесь очень все должно быть понятно всем, поэтому продолжаем самостоятельно вязать 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязали первый ряд чередования 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так как мы начинали с 2 изнаночных, то нам нужно закончить 2 лицевыми. Если у вас все совпало, значит все вы правильно провязали и правильно набрали. Если же не совпало, пожалуйста, просмотрите, может быть, вы где-то здесь провязали лишнюю лицевую или лишнюю изнаночную, то есть если есть несовпадение вот здесь. То есть у нас должно все замкнуться в круг лицевыми и изнаночными. Все должно быть красивенько. Второй ряд мы с вами провяжем точно так же. Над 2 изнаночными вяжем 2 изнаночные, над 2 лицевыми 2 лицевые. Но единственное, что изнаночные мы провяжем за заднюю стеночку. То есть вот смотрите. Находим заднюю стеночку и за нее провязываем изнаночные. То есть, чтобы они у вас были не перекрещенные, а красивенькие. Первый ряд это будет тяжело, потом вы просто приловчитесь. Лицевые вяжем за передние стеночки, просто чтобы у нас сложилась красивенькой косичкой. Снова изнаночные за заднюю стеночку, первую, вторую. И лицевые за переднюю стеночку. Снова изнаночные, 2 лицевые. То есть, лицевые над лицевые вяжем. А изнаночные над изнаночными. И так до конца ряда. То есть все 4 спицы до вот этого хвостика. Мы провязали 2 ряда, можно так сказать, резинки 2 на 2. А теперь мы начинаем формировать начало нашего рапорта. То есть смотрите, первое у нас 2 изнаночные. Мы так и провяжем их 2 изнаночные за задние стеночки. Теперь смотрите, у нас идет следом 2 лицевые. 2 лицевые мы провяжем чуть-чуть по-другому. Нам нужно первую и вторую петельку поменять местами. Сначала одеть первую, а затем одеть вторую. И 2 провязываем по отдельности лицевыми. Мы как бы сделали перекрещивание налево. Теперь снова у нас идет 2 изнаночные. Мы их так и провязываем 2 изнаночные за задние стеночки.
Теперь у нас идет 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Так их и провяжем. 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Вот это 12 петелек наш раппорт узора. Он будет у нас повторяться. Итак, смотрите, запоминаем. 2 изнаночные, 1, 2. Далее 3, 4, 2 лицевые. Меняем их местами. Сначала одеваем вот так вот вторую, затем одеваем первую и провязываем их лицевыми. Теперь 5, 6 изнаночные, 7, 8 лицевые, 9, 10 изнаночные и 11, 12 лицевые. То есть пока мы из раппорта резинки 2 на 2 мы поменяли лишь только то, что мы вторую пару лицевые, то есть у нас идут сначала изнаночные, затем лицевые. Мы делаем перекрещивание с наклоном налево. Итак, первая, вторая, 2 изнаночные. Затем третья, четвертая меняем местами. Сначала одеваем первую, затем вторую. И провязываем лицевыми. Лицевыми, обратите внимание, провязываем за передние стеночки, чтобы они не были перекручены. Вот как косичка у нас ложится, так она и должна ложиться. Теперь 2 изнаночные, так и провязываем 2 изнаночные. Теперь у нас идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Мы так их провяжем. 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Так их и провязали по рисунку. Это у нас получается провязан второй раппорт. Третий раппорт. 2 изнаночные вяжем, 2 изнаночные. 2 лицевые вяжем перекрещенными с наклоном влево. Меняем местами, провязываем за передние стеночки 2 лицевые. Затем у нас идут 2 изнаночные. Это то есть, смотрите, как бы вам так, чтобы вам было понятно объяснить. Смотрите, у нас идут первые 6 петель, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. А вторые 6 петель, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И вот там, где у нас между изнаночными 2 лицевые в начале раппорта, то есть если мы будем считать раппорт 12 петель, то это 3, 4 делаем с наклоном влево. Мы провязали первую часть раппорта, а теперь провязываем вторую часть, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, без изменений. Теперь снова у нас идет начало раппорта. Первая, вторая изнаночные. Третья, четвертая делаем с наклоном влево лицевыми. То есть как у нас шли 2 лицевые, так и шли. И пусть идут, просто мы меняем местами. И 2 изнаночные. Пятая, шестая. Седьмая, восьмая мы 2 лицевые. Девятая, десятая 2 изнаночными. И 11, 12 у нас идут 2 лицевые. Так мы довяжем до конца ряда. Просто перекрещиваем третью и четвертую из 12 петелек раппортом. Вот он, начало раппорта, 2 изнаночные. Затем идут 2 лицевые, перекрещиваем их. Снимаем обе на правую спицу. Затем одеваем сначала первую на спицу, затем вторую. И провязываем их так лицевыми. Теперь 2 изнаночные, это 5, 6, 7, 8, 2 лицевые, 9, 10, 2 изнаночные и 11, 12, 2 лицевые. Снова считаем. 2 изнаночные, 1, 2, затем 3, 4 лицевые меняем местами. Сначала одеваем первую, затем вторую, провязываем лицевой. 5, 6 провязываем 2 изнаночные. 7, 8, 2 лицевые, 9, 10, 2 изнаночные и 11, 12, 2 лицевые. Снова раппорт 1, 2 изнаночные, 3, 4 меняем местами с наклоном влево, провязываем 2 лицевые, то есть как они шли лицевые, так они идут. Перекрещиваем. 5, 6 у нас изнаночные.
Седьмая, восьмая. Лицевые. Девятая, десятая. Изнаночные. Одиннадцатая, двенадцатая. Лицевые. Снова первая, вторая. Изнаночные. Третья, четвертая. Перекрещиваем влево. Провязываем 2 лицевые из них за передние стеночки обязательно. Теперь 5, 6 изнаночные, 7, 8 лицевые, 9, 10 изнаночные и 11, 12 лицевые. Последний раппорт. 2 изнаночные, 1, 2, 3, 4 с наклоном влево. 2 лицевые. Затем 5, 6 у нас 2 изнаночные, 7, 8 2 лицевые, 9, 10 2 изнаночные и последняя 11, 12 2 лицевые. Так мы с вами провязали первый ряд раппорта. Второй ряд нашего раппорта мы провяжем по рисунку, то есть там, где изнаночные, мы провяжем изнаночные. А там, где лицевые, там провяжем лицевые. То есть чередуем лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. Как в резинке 2 на 2. Почему я вам говорила, что мы как бы формируем уже резиночку 2 на 2. И вот так вот вяжем по рисунку до конца этого ряда. Провязали ряд без изменения. А теперь нам нужно снова сделать перекрещивание. Смотрите, мы начинаем с 2 изнаночных. Все по рисунку пока. Но затем у нас по раппорту идет перекрещивание через ряд назад. То есть, смотрите, вот мы делали с наклоном влево. Мы сейчас точно так же делаем перекрещивание. Снимаем 2 на правую спицу, затем одеваем сначала первую, а затем вторую. То есть, меняем их местами. И так и провязываем 2 лицевые. Снова у нас идут 2 изнаночные, вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Вяжем, то есть, до того столбика, где мы делали перекрещивание ряд назад. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот мы дошли до того столбика из 2 лицевых перекрещенного. Снова меняем местами. Сначала первую одеваем, затем одеваем вторую. Провязываем 2 лицевые, затем снова у нас идут 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные до следующего столбика, перекрещенного через ряд назад. Итак, вот провязали, вот он наш столбик перекрещенный, снова меняем местами первую, одеваем на спицу, затем то, что за работой у нас осталось, переодеваем на спицу и провязываем их лицевые. И продолжаем вот так вот, смотрите, до конца ряда. Там, где столбики у нас перекрещенные, так их и перекрещиваем. То есть в этом ряду у нас ряд перекрещивания. Там, где у нас лицевые, там провяжем лицевые. Там, где изнаночные, там изнаночные. А там, где столбик, что мы делали перекрещивание, в первом ряду раппортов, будем их так называть, то снова делаем перекрещивание. Вот мы поменяли местами, провязали лицевой. Снова у нас 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. В общем, в этом ряду мы делаем перекрещивание в тех столбиках, которых делали через ряд назад. Сделали перекрещивание и дальше продолжаем. То есть снова третью и четвертую в раппорте из 12 петелек мы провяжем перекрещенными с наклоном влево. И так мы вяжем до конца ряда. То есть повторяем первый ряд раппорта узора. Провяжем его до конца ряда и повторим второй ряд узора раппорта. То есть все петельки провяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть у нас сейчас будут просто чередоваться вот эти два ряда. Ряд по рисунку и ряд перекрещиваний в столбике, там где у нас перекрещивание. То есть 3-й, 4-й
третью, четвертую петельку лицевую мы перекрещиваем. Вот она, третья, четвертая, перекрещиваем ее. Провязываем 2 лицевые, но меняем их местами. То есть эти два рядочка наши по рисунку и ряд перекрещиваний в столбике будет повторяться приблизительно до 7-8 сантиметров в высоту. То есть это своего рода такая вот у нас будет резинка. Мы провяжем не просто резинка 2 на 2, а перекрещенная. Вот здесь вот у нас столбик перекрещивания. Мы так его и провязываем, столбик перекрещивания. 2 лицевые, 2 изнаночные. И ряд перекрещивания. То есть, смотрите, довяжем этот ряд. Снова столбики наши. Их уже очень хорошо, я считаю, видно. Вот они у нас, которые с косичками, будем их называть, с меленькими жгутиками. И просто столбики из лицевых и изнаночных петелек. Затем у нас пойдет следующий ряд, второй по рисунку. То есть там, где лицевые, там, где изнаночные, там изнаночные. А в следующем, получается, уже по счету у нас будет пятый ряд рисунка, рапортов. Мы снова повторим перекрещивание вот в этих столбиках, которых сейчас делаем. Ну, смотрите, нам нужно так провязать, именно вот так вот, чередуя ряды перекрещивания и провязывания без изменения, до 7-8 сантиметров. То есть 7 или 8 сантиметров решаете вы. Если вам достаточно 7 сантиметров, то останавливаетесь на 7 сантиметров. Если вам мало, то на 8 сантиметров. То есть здесь уже зависит от вашего вкуса, как вы решите. Вам хочется повыше резинку или пониже. Мне, в принципе, я буду смотреть по ходу работы. Итак, вот я провязала, получается, ряд до конца. Вы уже видите, где у нас вот эта вот фактурная полосочка, или мелкий жгутик, или мелкая косичка, то есть как вам удобно будет ее называть. Вот мы ее будем перекрещивать в каждом втором ряду. То есть сейчас мы сделали перекрещивание, теперь провяжем ряд без изменения. Просто лицевые и изнаночные, как в резинке 2 на 2. Затем снова ряд перекрещивания, ряд просто резинки, ряд перекрещивания, ряд просто резинки. Итак, провязываем высоту резиночки шапочки 7-8 сантиметров. После того, как мы провязали 8 сантиметров резиночки, мы сейчас четко видим наш раппорт. То есть, смотрите, раппорт начинается с 2 изнаночных, затем идет мелкая косичка, 2 изнаночные, полосочка из 2 лицевых, полосочка из 2 изнаночных и полосочка из 2 лицевых. То есть, вот он наш раппорт, 12 петелек. Так мы и будем продолжать провязывать 2 изнаночные, маленькую вот эту вот косичку, затем 2 изнаночные. А из 6 последних лицевых, то есть 6 первые лицевых мы уже поняли, 2 изнаночные по краям с одной и с другой стороны. И косичка, это первые 6 петелек, а вторые 6 петелек, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, это будет у нас большой жгутик. Мы будем сейчас начинать его уже вывязывать. Итак, смотрите, у меня закончились мои 8 сантиметров резинки рядом просто без изменения. То есть я не делала в последнем ряду провязывания перекрещивания. Поэтому сейчас я буду делать перекрещивание ряд. Итак, 2 изнаночные, затем я меняю местами маленькую косичку или маленький жгутик. Делаю перекрещивание с наклоном влево, то есть все, как мы делали до этого. 2 изнаночные. Это первая часть раппорта 12 петелек, 6 петелек, 2 изнаночные, косичка 2 изнаночные. А вторые 6 петелек мы просто провяжем все полностью петельки лицевые. То есть 2 лицевые мы провяжем лицевыми, затем 2 изнаночные провяжем лицевые. И вторую полосочку из 2 лицевых мы тоже провяжем лицевыми. То есть вот эти 6 петелек мы провязываем лицевыми. Повторяем 2 изнаночные, меняем косичку с наклоном влево 2 петельки, провязываем их лицевыми, затем вторая пара 2 изнаночные с другой стороны от косички, и теперь просто вяжем 6 лицевых. Один столбик ввязываем лицевых,
Затем 2 изнаночные мы их провяжем лицевыми. И вторые 2 лицевые, то есть второй столбик наш. 2 изнаночные. Жгутик наш меняем местами с наклоном влево. Провязываем его лицевыми. И 2 изнаночные. Это первая часть рапорта. А вторая часть рапорта у меня перенеслась на вторую спицу. Поэтому я буду провязывать 6 лицевых в начале второй спицы. Вы тоже для себя распределите, чтобы вам было удобно провязывать. А затем мы продолжаем снова повторять. Наш рапорт 2 изнаночные. Маленькая косичка меняем с наклоном влево. 2 изнаночные. Это первая часть рапорта. И просто вторая часть рапорта 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот они наши 12 петелек рапорта. 2 изнаночные косичка, 2 изнаночные и 6 лицевых. Так довязываем до конца этого ряда. У меня ряд закончился 6 лицевыми. И сейчас мы, получается, провязали с вами ряд с перекрещиванием. После ряда с перекрещиванием, как вы помните, идет ряд без изменения, то есть по рисунку. Так мы его и провяжем. Второй ряд этот по рисунку. 2 изнаночные, затем 2 лицевые, нашу косичку уже не перекрещиваем, 2 изнаночные. А теперь у нас по рисунку идет 6 лицевых, так их и провязываем. 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Снова идет 2 изнаночные, 2 лицевые косички не перекрещенные, 2 изнаночные. Это первая часть рапорта 6 петелек и вторая часть рапорта из 6 петелек 6 лицевых. То есть чередуем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Так до конца ряда. Мы провязали ряд до конца и теперь нам понадобится еще спица. Можете взять такого диаметра, если у вас есть, можете взять поменьше. Потолще не рекомендую брать, так как растянете петельки. То есть лучше возьмите поменьше. Обычную я беру чулочную спицу. Если же у вас есть специальная спица для кос, можете ее взять. Либо возьмите булавочку, маркер, то есть все что угодно, чем вам будет удобно работать. Сейчас я покажу для чего. Итак, смотрите, мы сейчас будем делать ряд перекрещивания на левую сторону вот этой косички. Точно так же на левую сторону мы будем уже делать и большую косичку, большой жгутик. Итак, делаем 2 изнаночные, первые без изменения. Первая, вторая. Теперь у нас идет мелкая косичка или мелкий жгутик. Так мы и меняем местами. Первую, затем вторую провязываем лицевыми. И 2 изнаночные. Все, первая часть рапорта у нас будет неизменна до конца шапочки. 2 изнаночные. Жгутик маленький или косичка маленькая и 2 изнаночные. Первая часть рапорта. Вторая часть рапорта нам и понадобится вот эта вот булавочка либо спица, как вам будет удобно работать. Что мы делаем? Смотрите, у нас 6 лицевых провязаны. Первые из 6 лицевых 3 мы снимаем на дополнительную спицу или булавочку, как вам будет удобно. И оставляем перед работой. Теперь берем рабочую спицу в руки и провязываем вторые 3 петельки, 1, 2, 3 лицевыми. Теперь берем вот эту спицу дополнительную или булавочку. Если булавочка, то переодеваем на рабочую спицу левую. Если же у вас просто спица, можно с нее провязывать. Провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3. Мы сделали наклон влево. То есть, смотрите, фактически мы сделали то, что делали с вот этими двумя лицевыми. Но только мы сделали это с 6 лицевыми. Смотрите, мы здесь оставляли перед работой одну петельку, а здесь перед работой мы оставили 3 петельки. И полностью все их провязали лицевыми. Еще раз показываем. Первая часть рапорта, которая будет неизменна. 2 изнаночные. 2 перекрещенные лицевые, одну перед работой, вторую за работой. Провязываем 2 вместе лицевыми и 2 изнаночные. У нас будет чередоваться, как мы с вами делали,
непровязанный ряд и провязанный, ну, перекрещенный ряд и просто по рисунку. Вот так будет вам понятнее. Теперь снова дошли до момента, где у нас 6 лицевых. Между двумя лицевыми полосками у нас идет полоска из изнаночной. Мы берем дополнительную спицу, либо булавочку. И снимаем 3 первые из 6 на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Вторые 3 петельки мы провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Теперь с дополнительной спицы мы должны провязать на рабочую правую спицу. 1, 2, 3 лицевые. Дополнительную спицу убираем. И у нас снова пошло начало рапорта. 2 изнаночные, перекрещенные 2 лицевые, перекрещиваем. Сначала одну переодеваем, затем вторую, провязываем их лицевыми петлями. И 2 изнаночные. Это первая часть нашего рапорта, 12 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот они наши петельки. 2, 2 и 2, 6. Теперь у нас идет косичка. Берем снова дополнительную спицу и перекрещиваем их влево. 3 первые снимаем, оставляем перед работой на дополнительной спице, либо булавочке. Затем вторые провязываем лицевыми. 1, 2, 3. И возвращаем первые 3 на спицу. Можете переодевать, а можете не переодевать. Сразу я буду провязывать 3 петельки лицевые. Это те, которые были сняты на дополнительной спице. Мы сделали перекрещивание влево. То есть, смотрите, мы, получается, в этом ряду перекрещиваем и маленькую, и большую косичку. Или жгутик, как вам удобнее называть. 2 изнаночные. Перекрещиваем маленький жгутик и провязываем его лицевой. Теперь 2 изнаночные завершили первую часть рапорта. Берем дополнительную спицу и будем перекрещивать второй жгутик влево. 3 первые снимаем на дополнительную спицу. Берем рабочую спицу в руки, с левой на правую провязываем 3 лицевые оставшиеся из 6. И 3 первые лицевые, которые оставляли на дополнительной спице, провязываем лицевыми за переднюю стеночку. Обращаю ваше внимание за переднюю, чтобы косичка у нас ложилась красиво и ровненько. Теперь у нас снова 2 изнаночные. 2 лицевые мы провязываем перекрещенными и провязываем их лицевой. То есть все чередуем по очереди. Довязали ряд до конца, у нас получился этот ряд перекрещиваний. То есть, смотрите, у нас получается чередование маленькой косы, большой, маленькой, большой. Между ними изнаночные 2 петельки. Теперь смотрите, так как у нас сейчас ряд по рисунку, по вот этой ориентируясь маленькой косе, то есть ряд перекрещивания, ряд просто по рисунку, то мы этот ряд вяжем полностью по рисунку. 2 изнаночные. Затем у нас идут маленькая косичка, 2 лицевые, мы просто их провяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее идут 6 лицевых, так и провяжем их 6 лицевых, просто без изменения по рисунку. 4, 5 и 6. Снова идут 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Так и вяжем до конца. Все полностью по рисунку. То есть, как вы видите, где у нас изнаночные, там вяжем изнаночные. Где лицевые, там вяжем лицевые петельки. Вот так вот получается в итоге без изменения по рисунку. Первый ряд без изменения по рисунку после перекрещивания провязан. Теперь у нас чередование. Идет ряд с перекрещиванием. Но перекрещивание действует только на маленькую косичку. То есть провязываем 2 изнаночные, снова меняем с наклоном влево маленький, вот этот наш жгутик, маленькую косичку. Провязали 2 лицевые, теперь идут 2 изнаночные. 6 лицевых, большую косичку, так и провязываем без изменения 6 лицевых. Снова провяжем 2 изнаночные, сделаем перекрещивание маленькой косички в левую сторону. Первую одеваем, затем вторую, провязываем 2 лицевые, затем идут у нас 2 изнаночные,
и 6 лицевых большой косички, большого жгутика нашего. Вот так вот их провязываем. И снова 2 изнаночные. Сделали поворотик влево нашей маленькой косички, маленького жгутика. И довязали 2 изнаночные. Я перехожу ко второй спице. У меня 6 лицевых, поэтому я их провяжу без изменения 6 лицевых. То есть, смотрите, это второй ряд после перекрещивания. Мы перекрещиваем в нем только маленький жгутик. Большой мы не трогаем. Теперь смотрите, я вам немножечко расскажу принцип для того, чтобы вы имели представление, в каких рядах мы будем перекрещивать большой жгут, в каких рядах будем перекрещивать маленький жгутик. Перекрещиваем мы только лицевые петли. Вот эти промежуточные изнаночные петельки мы вообще нигде не трогаем. Мы их просто провязываем изнаночными. Затем маленький жгутик, маленькую косичку, я повторюсь, я вам уже говорила, мы провязываем ее в каждом втором ряду. То есть мы провяжем первый просто 2 лицевые, во втором перекрещивании. Снова 2 лицевые во втором перекрещивании, 2 лицевые во втором перекрещивании. В каждом втором ряду, то есть через ряд перекрещиваем и только в левую сторону. Теперь большой жгутик мы будем перекрещивать в каждом 10 ряду. То есть смотрите, мы сделали перекрещивание, мы не считаем этот ряд. Затем провязали просто ряд без изменения, 6 лицевых, которые мы уже провязывали. Первый ряд. Затем сейчас идет второй ряд. Во втором ряду, я вам уже говорила, мы будем перекрещивать только маленький жгутик. Это второй ряд сейчас мы делаем. Затем у нас еще будет третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый ряд. В 10 ряду мы уже сделаем перекрещивание большого жгутика. Поэтому сейчас вяжем второй ряд с перекрещиванием маленькой косички. Затем 10 ряд мы провяжем без изменения по узору. Ну, то не будем опережать события, я еще с вами повяжу. Хочу, чтобы вы до конца поняли принцип вязания этого узорчика. И затем вы уже самостоятельно сможете довязать до нужной высоты шапочки. Третий ряд после перекручивания. Все полностью петельки по рисунку. 2 изнаночные, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные, 2 лицевые, снова 2 изнаночные и 6 лицевых. Я с вами провязала 2 раппорта. Я думаю, что здесь все понятно, поэтому вяжем до конца по рисунку полностью. Что вы видите? То есть 2 изнаночные, значит 2 изнаночные. 2 лицевые, значит 2 лицевые. Так вяжем до конца третьего ряда. Четвертый ряд это ряд перекрещиваний. Поэтому снова будем делать перекрещивание маленьких жгутиков. 2 изнаночные. Теперь делаем наклон влево маленького жгутика. Меняем местами, провязываем лицевыми. Затем 2 изнаночные. Большую косичку мы еще не трогаем. Поэтому провязываем 6 лицевых. По рисунку снова 2 изнаночные, 2 лицевые мы сделаем с наклоном влево, меняем их местами и провязываем лицевые. 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть в четвертом ряду мы делаем перекрещивание только маленького жгутика. Пятый ряд. Вяжем по рисунку, то есть как 2 изнаночные идут, так и вяжем 2 изнаночные, как 2 лицевые, так вяжем 2 лицевые, снова 2 изнаночные, 6 лицевых, все без изменения, то есть все вяжем по рисунку. Это ряд у нас просто без изменения, вяжем по рисунку. Шестой ряд, ряд перекрещивания маленького жгутика, поэтому провяжем 2 изнаночные, затем перекрещивание в левую сторону маленького жгутика делаем, провязываем 2 лицевые, снова идут 2 изнаночные, но большой жгутик мы еще не трогаем, поэтому все петельки с большого жгутика 6 лицевых, так и провяжем 6 лицевых. Затем снова 2 изнаночные, маленький жгутик сделаем с перекрещиванием в левую сторону, провяжем их лицевые,
2 изнаночные и 6 лицевых большого жгута без изменения. Так вяжем до конца 6 ряда. 7 ряд вяжем без изменения по рисунку. 2 изнаночные, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых и так далее. То есть все вяжем по рисунку, где лицевые, там лицевые, где изнаночные, там вяжем изнаночные. 8 ряд, ряд перекрещивания маленького жгутика, поэтому провязываем 2 изнаночные, маленький жгутик с наклоном влево, провязываем 2 лицевые, поменяв петельки местами, затем идут 2 изнаночные, 6 лицевых, пока без изменения, в 8 ряду идут еще. Затем снова 2 изнаночные, перекрещиваем петельки, 2 лицевые, меняем местами с наклоном влево и провязываем их лицевыми. Затем снова 2 изнаночные, 6 лицевых. И так вяжем до конца ряда, перекрещивая только маленькие жгутики. Все остальное пока у нас без изменения. 9 ряд вяжем без изменения. 2 изнаночные, затем идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. И так до конца ряда просто вяжем все петельки по рисунку. Там, где изнаночные, вяжем изнаночные, там, где лицевые, вяжем лицевыми. И вот, наконец-таки, мы подошли к 10 ряду. И сейчас мы будем перекрещивать как маленький жгут, так и большой, или косичку, как вы называете. То есть, смотрите, мы так и продолжаем перекрещивать маленький в каждом четном ряду. То есть, это у нас идет 10 ряд четный. Меняем местами, перекрещиваем с наклоном влево. 2 изнаночные. Теперь, смотрите, нам наклоном влево нужно перекрестить вот этот большой жгут. Поэтому мы, как и первый раз, снимаем 3 первые на дополнительную спицу, оставляем перед работой. 3 вторые петельки провязываем лицевой. Из этой спицы, которую мы оставляли дополнительную перед работой, провязываем на правую спицу остальные 3 петли. Сделали перекрещивание влево. Теперь снова 2 изнаночные провязываем. 2 лицевые с наклоном влево меняем местами, провязываем их лицевыми. 2 изнаночные. И снова наш большой жгутик из 6 лицевых петелек состоящий. 3 первые оставляем перед работой на дополнительной спице. 3 вторые провязываем на правую спицу с левой. Из дополнительной затем провязываем те петельки 3, которые оставляли перед работой, просто лицевыми. Поменяли местами и довязываем сейчас 2 изнаночные, поворотик в левую из 2 лицевых, в левую сторону и 2 изнаночные. То есть мы сейчас в 10 ряду делаем перекрещивание как маленького жгутика, так и большого. Это у нас получается 10 четный ряд. Теперь смотрите, мы, чтобы вам не запутаться, 10 ряд считаем в рапорт вот этого ряда. Ой, вот этого жгутика. А теперь смотрите, начиная со следующего ряда, мы будем считать первый ряд. Затем второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый у нас будет с поворотом. То есть смотрите, вот поворот мы предыдущий не считаем, а вот они наши 10 рядочков. В каждом втором ряду, то есть втором, четвертом, шестом, восьмом, десятом мы делаем поворотики маленького жгута. То есть в каждом втором ряду, в каждом четном ряду. Во втором ряду сделали поворотик, в четвертом, шестом, восьмом и десятом. Большого жгута мы делаем лишь в 10 ряду. Все остальные ряды мы просто провязываем вот такими лицевыми петельками, то есть лицевой гладью. Чтобы вам не запутаться, смотрите, мы сделали в предыдущем рапорте неполном.
в 10 ряду поворот. То есть вот он у вас поворотик большого жгута и поворотик маленького жгута. Чтобы вам в дальнейшем, в принципе, не пришлось считать ряды, то есть первый, второй, третий, четвертый, вы просто будете считать четный ряд для того, чтобы чередовать поворот маленького жгутика. 10 ряд вам не обязательно считать. Смотрите, вы провязали поворот, это у вас первый поворот маленького жгута и первый поворот большого жгута. Затем отсчитываете второй поворот, третий поворот, четвертый, пятый. И на шестом повороте маленького жгута вы делаете поворот шестой маленького жгута и поворот большого жгута. Если вы сами посмотрите на свое вязание, на свою работу, вы четко увидите вот этот поворотик большого и маленького. Затем отсчитываете, он у вас первый. Затем есть второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шестой здесь и первый здесь. То есть просто 6 жгутиков маленького поворота, 6 поворотов маленького жгутика. Это один поворот большого жгута. Итак, продолжаем провязывать 10 ряд. Мы перекрещивание делаем большого и маленького жгутика. Затем в каждом четном ряду последующих рядов мы будем делать поворот маленького жгутика. И в 10, то есть уже четном ряду получается, мы сделаем поворотик маленького и большого жгута. Или, как я вам уже сказала, вам проще будет отсчитывать виду шестой поворотик маленького жгутика. То есть мы сейчас с вами делаем первый поворот маленького жгутика. Затем у вас будет во втором ряду второй поворот, в четвертом третий поворот, в шестом четвертый поворот, в восьмом пятый поворот и шестой поворот будет у вас в 10 ряду вместе с поворотиком большого жгута. Я думаю, что здесь ничего сложного нет, главное вам увидеть. Если же вы не уверены, что вы будете считать каждый ряд, что вы будете видеть каждый ряд, вам лучше всего считать. Для этого вы можете использовать как счетчик, так и народные, так скажем, средства, которые нас никогда не подводили. Это можно ставить, допустим, на листке бумаги ручкой галочку, то есть вы провязали, или палочку, первый ряд, потом вторую палочку, второй ряд, третий ряд и так далее. Отмечать каждый ряд ручкой. Но так как в вязании ручку я никогда не рекомендую использовать, так как может, допустим, на ткани, связанном полотне вашем или на ниточке остаться паста, поэтому лучше используйте всего либо это коробок спичек, то есть каждую спичечку просто отлаживайте в просчитанный ряд, либо какие-то счетные палочки детские, как раньше мы использовали в математике. В общем, отмечать каждый ряд. Но это так, это для тех, кто не понял. Вы просто отматываете видео, начиная с первого ряда провязывания, и дальше продолжаете вязать по видео. Но здесь я думаю, что ничего сложного нет. Это самый простой узор, который может быть, в принципе, после лицевой изнаночной глади. Поэтому в каждом 10 ряду мы продолжаем провязывать вот эти вот поворотики. У нас получается довольно-таки симпатично. Вот таких поворотиков вам нужно сделать, сколько вы считаете нужным. То есть, смотрите, вот она высота вашей шапочки. Допустим, высота стандартная для головы взрослого человека – это 21-22 сантиметра. В принципе, стандарт. Вот они, 20 сантиметров. То есть, здесь поместится максимум с головой 3 раппорта узора. Но, так как шапочка у меня немножечко назад идет, у меня как бы такой опущенный вид, в общем, как вытянутая шапка бини. Поэтому здесь у нас 3 раппорта смело получается, плюс еще я потом буду смотреть по ходу вязания, сколько я еще вам расскажу потом, я буду довязывать, перед тем, как начинать убавлять петельки на макушку. То есть сейчас нам нужно провязать 3 вот таких вот раппорта, то есть первый, второй и третий. Еще 2 самостоятельно, то есть 20 рядочков самостоятельно, я думаю, в принципе, вы сможете довязать сами. И затем мы с вами посмотрим, что получается по ходу вязания этих 3 раппортов наших.
Я потом вам скажу, сколько мы довяжем для того, чтобы получилась хорошая длина подходящая. Я думаю, что здесь все вам по рисунку, по узорчику должно быть понятно. То есть в каждом десятом ряду мы делаем перекрещивание влево большого жгута и в каждом втором четном ряду маленького жгутика. Все, здесь никакой высшей математики не нужно. Либо отмечаете спичечками, либо просто считаете, опять же, в каждом шестом маленьком поворотике делаете поворот большого жгутика. Итак, продолжаем высоту шапочку. Шапочки провязывать самостоятельно. Если что, задавайте вопросы в комментариях, обязательно их рассмотрим. Вот я провязала нужную высоту для шапочки до начала убавления для макушки. У меня получилось, когда я провязала 3 раппорта, вот эти вот, то есть 1, 2, 3, 4 перекрещивания в левую сторону, у меня получилось всего 19 сантиметров. То есть я, как и вам говорила, по ходу вязания измерила, у меня получилось вот здесь вот от начала работы до третьего, так скажем, раппорта выше в высоту 19 сантиметров. То есть я довязала еще четвертый раппорт, у меня сейчас здесь 23 сантиметра от начала до конца. И получается, я сделала перекрещивание налево, последнее, и ряд довязала еще просто без изменения, то есть по рисунку. Как бы после последнего перекрещивания я провязала ряд по рисунку. И теперь начинаем делать постепенное убавление. Находим первую спицу нашу, и сейчас у нас начинается убавление для макушки. Итак, у нас начинается с двух изнаночных, затем маленькая косичка и следом идет 2 изнаночные. Поэтому мы сейчас провяжем 2 изнаночные по рисунку, затем у нас идет перекрещивание влево маленькой косички, поэтому мы так его и делаем, перекрещивание, а затем у нас идут 2 изнаночные. Поверните их другой стороной, то есть как бы, чтобы они лежали у вас красивенько с задней стеночкой вперед. И провязываем вместе их изнаночной одной. То есть, смотрите, у нас начались убавления после вот этой маленькой косички. Теперь у нас идут 6 лицевых. Мы так и провязываем их 6 лицевых просто по рисунку. Затем 2 изнаночные. Мы провязываем 2 изнаночные, как всегда, за заднюю стеночку. Теперь делаем перекрещивание маленькой косички или маленького жгутика. Поворачиваем и провязываем лицевыми. И снова у нас после маленькой косички идут 2 изнаночные. Мы поворачиваем их задней стеночкой вперед. То есть снимаем за заднюю стеночку и переодеваем. Провязываем их вместе одной изнаночной. Сейчас мы до конца ряда довяжем после маленькой косички вот эти 2 изнаночные. Провяжем в одну изнаночную. То есть делаем убавление по одной петле в каждом раппорте. Довязали до конца ряда, после каждой маленькой косички теперь у нас одна изнаночная, и мы начинаем следующий ряд. Мы ряд провяжем без изменения, то есть у нас поворотов был ряд, сейчас у нас ряд без изменения. Мы так и провяжем 2 изнаночные, 2 лицевые маленького жгутика, затем у нас идет одна уже изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные, 2 лицевые маленькой косички или маленького жгутика, 1 изнаночная после маленького у нас сейчас и 6 лицевых большого жгутика. То есть все без изменения по рисунку провязываем до конца этого ряда. Ряд без изменения по рисунку довязан до конца, и мы начинаем следующий ряд с убавлениями. У нас идут 2 изнаночные, маленький жгутик, 1 изнаночная. Вот теперь будем убавлять перед маленьким жгутиком или маленькой косичкой, поэтому снимаем за заднюю стеночку на правую спицу обе петельки и переодеваем, возвращаем их, но уже другой стороной. Провязываем вместе 2 одной изнаночной. Теперь у нас идут 2 лицевые, мы их перекрещиваем в левую сторону, провязываем их лицевыми. Все как всегда, то есть сейчас ряд поворотов. Поэтому мы сделали поворот, теперь у нас идет одна изнаночная. Так и провязываем ее изнаночной. 6 лицевых большой косы или большого жгутика, так и провязываем 6 лицевых. Теперь снова 2 изнаночные. Снимаем обе за заднюю стеночку и возвращаем на место. Провязываем их 2 лицевые. Теперь у нас идут 2 лицевые маленькой косички. Меняем их местами с наклоном влево.
И провязываем по отдельности двумя лицевыми. Теперь одна изнаночная, провязываем изнаночные 6 лицевых. Провяжем без изменения 6 лицевых. Для чего мы делаем повороты изнаночные? Для того, чтобы у нас красиво изнаночная ложилась. Если же вы не хотите поворачивать, можете в принципе и так их вместе провязать изнаночные. Я думаю, что здесь ничего страшного не будет абсолютно. Итак, я буду менять изнаночные, поворачивать задней стеночкой, чтобы легко было провязать. И менять буду маленькую косичку петельки с наклоном влево. То есть сейчас я их провязываю с поворотиками, маленькие косички. И делаю убавление перед ними 2 изнаночные, провязывая одной. То есть снова делаю раппорт меньше, уже на одну петелечку. Вот они у нас 2 изнаночные, поворачиваем их, провязываем вместе лицевой. Ой, вместе изнаночной, простите. А 2 лицевые меняем местами и провязываем 2 лицевыми. То есть петли не меняем там, где изнаночные, там изнаночные, где лицевые, там лицевые. Просто делаем небольшое убавление. То есть смотрите, у нас уже, где у нас маленькая косичка, по краям были у нас 2 изнаночные, сейчас по одной изнаночной. С одной и с другой стороны. И так убавляем до конца ряда. 2 изнаночные провязываем одной и делаем перекрещивание. Я думаю, здесь тоже все понятно, в принципе. Довязываем так до конца этого ряда. Убавление до конца провязанный. Снова у нас ряд вяжется по рисунку. Поэтому по рисунку мы провязываем изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. То есть провязываем этот ряд до конца по узору. Ряд по рисунку довязали. Сейчас у нас ряд перекрещивания и сокращения. Поэтому мы сейчас провязываем изнаночную изнаночной. Затем у нас идут 2 лицевые с наклоном влево. Так и меняем их. Но, смотрите, мы сейчас поменяли с наклоном влево. Но нам нужно их провязать вместе. То есть, смотрите, мы поменяли их местами. Мы всегда вяжем сначала первую, затем вторую. А сейчас провязываем 2 вместе. То есть мы сделали и наклон, и сокращение. Теперь у нас изнаночная. Провязываем изнаночной. 6 лицевых. Провязываем 6 лицевых. Снова изнаночная. И подошли к моменту перекрещивания и сокращения. 2 лицевые меняем местами с наклоном влево. И затем провязываем за переднюю стеночку 2 вместе одной лицевой. Сделали и поворот, и сокращение. Снова изнаночная, 6 лицевых, 3, 4, 5, 6, изнаночная. 2 меняем вместе с наклоном влево. И вместо того, чтобы провязывать по отдельности, провязываем их вместе одной лицевой. И изнаночная. Так мы, получается, делаем и перекрещивание, и сокращение маленького жгутика или маленькой косички. Делаем сокращение только на вот этих маленьких косичках в этом ряду. Довязали убавление на маленьких вот этих вот жгутиках. И теперь у нас ряд идет просто по рисунку, то есть каких-либо перекрещиваний и убавлений. Итак, провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Снова идет изнаночная, лицевая, изнаночная и 6 лицевых. То есть между нашими большими жгутиками, косичками, только изнаночная, лицевая и изнаночная. Не 6 петель, как было изначально, а всего лишь 3 петельки. Так продолжаем до конца ряда вязать без изменения. 6 лицевых, изнаночная, лицевая и изнаночная. Так до конца ряда. Довязали этот ряд до конца. Теперь изнаночная, лицевая, изнаночная провязываем без изменения. А из 6 лицевых 2 средние лицевые. То есть первую, вторую мы сейчас провязываем 2 лицевые. Затем 3 и 4 провязываем 2 вместе одной лицевой. Но... Вот смотрите, можно вот так провязать, а можно поменять местами. То есть, как я вам говорила, задние стеночки меняем назад.
И две вместе провязываем лицевой за переднюю стеночку. Можно так, а можно так, как вам угодно. И довязываем две лицевые. И получается уже четвертая, третья ушла в серединку. Это пятая и шестая. То есть смотрите, у нас получается первую, вторую провязываем лицевой. Третью, четвертую, две вместе лицевой. Пятую, шестую довязываем по лицевой. Вместо шести лицевых у нас сейчас пять провязанных лицевых петелек. Теперь у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так и провязываем их изнаночная, лицевая, изнаночная. Снова 2 лицевые, 2 вместе одной лицевой, либо поворачиваете, и 2 лицевые довязываете. Изнаночная, лицевая и изнаночная. То есть получается, смотрите, сокращаете 2 вместе лицевой, из 6 2 средние. Так до конца ряда. Довязали ряд до конца, и сейчас мы сразу же в следующем ряду сделаем тоже убавление. Провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная без изменения. Затем у нас идут 5 лицевых нашего жгутика. Я провязываю 2 первые вместе одной лицевой. Затем у нас идут в предыдущем ряду 2 вместе провязанные лицевой. Я просто провязываю одну лицевую. И последние 2, то есть пятую и шестую, провязываю 2 вместе лицевой. У нас вместо 6 сейчас 3 петельки. Теперь снова у нас изнаночная, лицевая, изнаночная. Первую, вторую провязываю вместе одной лицевой. Третью провязываю просто лицевой. А четвертую, пятую провязываю, точнее как, пятую, шестую провязываю 2 вместе лицевой. То есть смотрите, в предыдущем ряду мы с вами убавили средние 2. А теперь по краям первую, вторую и пятую, шестую. Делаем убавление сразу же, то есть 2 ряда подряд. Лицевая, изнаночная довязываем, то есть изнаночная, лицевая, изнаночная просто по рисунку. Теперь снова у нас идут 2 лицевые, мы провязываем 2 вместе. 1 лицевая и 2 лицевые последние тоже вместе. То есть вместо 6 у нас сейчас 3 лицевые, или вместо 5 в предыдущем ряду у нас сейчас 3 лицевые, где жгутик. Так сокращаем до конца ряда. 2 вместе из 6. Одна средняя просто провязываем лицевой и две последние вместе лицевой. Изнаночная, лицевая, изнаночная по рисунку. Довязали до конца ряда наши убавления. Теперь у нас раппорт состоит из 6 петелек. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевых. Мы так и провяжем. Изнаночная, лицевая, изнаночная первую часть раппорта, 3 петельки. А теперь 3 лицевые нам нужно провязать одной лицевой. Хотите, можете сразу, можно провязать лицевой одной, 3 сразу. Но я сделаю так, смотрите, переодеваю с левой спицы на правую. Затем одеваю сначала 2 первые петельки, одна остается за работой. И я ее возвращаю на левую спицу. Вот так вот, то есть я переодела. У меня теперь получается последняя петелька первой. И провязываю за заднюю стеночку все полностью 3 петельки. В чем разница между провязыванием просто 3 и с перекрещиванием 3? Смотрите, когда вы провяжете с перекрещиванием, у вас как бы такой получается завершенный лепесток. Если вы провяжете просто одной петелькой 3 вместе лицевых, тогда у вас получится просто так вот как сужение. А здесь именно как закругление с наклоном влево. Теперь смотрите снова. Лицевая, изнаночная. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова у нас 3 петельки. Я переодеваю на правую спицу. Одеваю сначала первую, вторую на спицу. А затем третью делаю первой. И за заднюю стеночку полностью все 3 петельки провязываю лицевой. Снова сделала перекрещивание в левую сторону. Опять изнаночная, лицевая и изнаночная. А 3 провяжу с наклоном влево, то есть 2 петельки вот так вот вместе с третьей снимаю на правую спицу, затем одеваю сначала первую, вторую петельку и третью делаю первой. Провязываю за заднюю стеночку все 3 петельки вместе одной лицевой. Так вот, раз. Немножечко может не получаться, но вы постарайтесь придерживать пальчиками петельки.
снова изнаночная, лицевая, изнаночная и 3 петелечки вместе лицевой. Хотите, не переодевайте, просто можете провязать вот так вот 3 вместе петельки одной лицевой. Просто обычным способом. Сейчас я... У меня ниточка раздваивается. Будьте аккуратны, чтобы не получилось больше петелек. То есть, смотрите, если мы просто провяжем лицевой, получается вот так. Если перекрещенной, получается вот так. То есть, судить вам. Если вам так подходит, пожалуйста. Мне нравится больше вот так. Поэтому я буду перекрещивать петельки. И теперь, смотрите, вот так вот перекрещиваем. Снимаем все 3 на правую спицу. Одеваем первые 2 сначала, а третью делаем первой. И за заднюю стеночку провязываем 3 вместе одной лицевой. Так, убавление делаем из 3 одну до конца ряда. Сделали убавление до конца ряда, а теперь предлагаю вам провязать рядочек просто по рисунку. То есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная по рисунку до конца ряда. Начинаем с изнаночной, у нас идет по рисунку, затем лицевая, снова идет изнаночная, и где 6 лицевых, у нас идет уже 1 лицевая. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, так до конца этого ряда. Если хотите, можно еще сделать один ряд убавления. Можете провязать еще один рядочек, просто лицевая, изнаночная. То есть по рисунку, ну как бы резинкой 1 на 1, 2 ряда. Вот так вот. Для того, чтобы потом было хорошо стянуть. В принципе, здесь убавлять уже толком и нечего. Можно сейчас провязать лицевая, изнаночная. У меня по кругу получается 40 петелек всего. Мы сократили максимальное количество петель. Теперь у нас в одном рапорте из 12 первичных провязанных петелек всего 4 петельки. Изнаночная, лицевая, изнаночная и 1 лицевая. То есть всего лишь 40 петелек у меня по кругу, по рисунку. Я их сейчас довязываю. Хотите, можете, еще раз повторюсь, еще ряд провязать резинки 1 на 1. Хотите, можете сейчас, допустим, провязать лицевую, изнаночную вместе одной петелькой. То есть здесь уже как ваше желание, как говорится, вам подскажет. То есть смотрите, у вас идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Можете не провязывать последнюю лицевой, а сразу перекинуть ее на следующую спицу. У меня в данном случае она просто на другой спице была, где у нас вот косичка из 6 петелек была. Можно провязать лицевую и изнаночную вместе одной петелькой. То есть вместе одной лицевой. Раз. Теперь у нас идет лицевая и изнаночная. Поворачиваем лицевую красивой стороной, чтобы она косичка легла. Снова лицевую и изнаночную провязываем вместе. Опять лицевая и изнаночная мы провяжем их вместе. У нас лицевая и изнаночная далее провяжем вместе. То есть можно еще сократить вот так вот просто, провязывая лицевыми петельками. Затем сделать стягивание. Хотите, можете провязать еще один ряд резинкой. То есть здесь уже как, скажем, ваше желание вам подсказывает, в общем, как вам больше, так скажем, нравится по вкусу. То есть либо провязываете лицевая, изнаночная вместе лицевой, так у вас стягивается, еще убавляются петельки постепенно. Или же просто резинкой 1 на 1 стягиваете на одну петельку все петли. Либо просто можете обрезать ниточку и стянуть иголочкой, нанизать все петельки на одну. Здесь уже вы решаете сами. Не забывайте только лицевые поворачивать вместе с изнаночными, провязывать вместе, как бы чтобы у вас красивой косичкой ложилась вот эта лицевая. Вот я поворачиваю ее у меня в данном случае на другой спице. И провязываем вместе лицевую и изнаночную. То есть вот так вот у меня еще идет сокращение петелек. Смотрите, у меня получается в 2 раза меньше петелек. То есть всего 20 петелек вот здесь вот по кругу получается. Если я довяжу сейчас еще вот эти вот 2 спицы убавлений. То есть вот лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. Всего получается на каждой спице у меня по 5 петелечек. Поэтому у меня по кругу получится 20 петель. И затем можете провязать еще ряд лицевыми, чтобы минимальное было, скажем так, стягивание при сокращении. Вот
сейчас, смотрите, идет вот такое красивое убавление. Чтобы его не нарушать, можно еще провязать ряд лицевыми после сокращения лицевая петелечка, провязанная вместе с изнаночной. То есть я, скорее всего, что так и сделаю, провяжу вместе лицевая и изнаночная, а затем ряд просто лицевых и будем стягивать. Как я и говорила, после последнего убавления у нас 20 петелек. И сейчас я провяжу просто ряд без изменения, то есть просто каждую петельку провяжу лицевой до конца ряда, 20 петелек. Итак, 5 провязано, далее поворачиваем, еще провязываем 1, 2, 3, 4, 5, в данном случае уже провязано 10, снова 1, 2, 3, 4, 5, 15. И последние 5 из 20 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Так как у меня шапочка рассчитана на без бубончика, поэтому я хотела максимально сделать вот здесь вот красивое убавление. Хотите для разнообразия или для лучшего завершения, можно еще ряд лицевыми провязать. Можно попробовать просто стянуть петельки и посмотреть, если вам не понравится, то есть еще все-таки вернуться и провязать один ряд. То есть смотрите, я буду стягивать, показываю, как стягивать. Первую провязываем лицевой, затем возвращаем ее на обратно на спицу и начинаем переодевать на эту петельку крайнюю все петли по очереди. Первую, вторую, третью, четвертую. Затем беру эту петельку, которая у нас первоначальная, переодеваю на следующую спицу. И на нее также постепенно одеваю по очереди все 5 петелек с этой спицы. То есть уже со второй спицы. Переодеваю, переодеваю, переодеваю. Переодела последнюю пятую. Снова беру эту петельку и переношу на следующую спицу. На третью. И также с нее постепенно переодеваю, нанизываю как бы на нее и спускаю со спицы петельки. Переодели с третьей спицы, переходим к четвертой спице. Переодеваем на четвертую и постепенно вот эти вот наши петельки, получается 16, 17, 18, 19 и 20. Петельку переодеваем все на ту же первую. Немножечко предлагаю вам подтянуть вот эту крайнюю петельку, то есть потяните за основную ниточку. Затем берем крючок и переодеваем на крючочек наш. То есть вот так вот, чтобы вам было удобно. И смотрите, аккуратненько не спустите эту петельку, так как придется все заново набирать. Вытаскиваем спицу, у нас на крючке эта петелька. Берем, делаем 2 воздушные петли, хорошо подтягиваем 2 воздушные петли и обрезаем нашу ниточку. Не спешите обрезать, удостоверьтесь, что у вас здесь все красивенько, ровненько, гладенько. Смотрите, максимально здесь затяните, чтобы не было дырочки. Я сейчас еще раз одену петельку последнюю на крючок, при распущу вот эти 2 воздушные петли, и хорошо постараюсь затянуть, чтобы не было здесь дырочки. Если же у вас вот такая дырочка есть и вам предстоит сделать бубончик прицепить, то в принципе ничего страшного, бубончик спрячет эту масенькую дырочку, ничего здесь страшного. Но так как у меня без бубона шапка, я хочу здесь спрятать максимально дырочку. Затем берем крючком, вытаскиваем вот этот обрезанный кончик во внутреннюю сторону и с внутренней стороны его спрячем. Если же у вас где-то были присоединения, тоже не забудьте их спрятать с изнаночной стороны. Все проверьте, чтобы было все красивенько и аккуратненько. Затем вот эту ниточку точно так же прячете, все красивенько убираете. Если у вас был отворотик, то, соответственно, прячете на лицевую сторону. Если у вас точно так же, как у меня, без отворотика, то прячете все на изнаночную сторону. Максимально все убираете красивенько. Если где-то есть какие-то погрешности, постарайтесь их убрать. Либо, если они недалеко от конца, то лучше перевяжите. Я надеюсь, что вам понравился мой видеоурок, поэтому, конечно же, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Также присоединяйтесь на мой новый канал. Поэтому всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!